если бы я сейчас в клубной команде работал, в клубе работал, да, были вот какие-то вещи, я взял естественно. А так как я сейчас сборную возглавляю, сейчас у нас будет 12 числа встреча всех тренеров, потом, возможно, я слетаю в Польшу с моим коллегой поработать, у нас хорошие отношения сложились, и как бы возьмем время обменяться мнениями, чтобы он тоже с клуба перешел в свое время в сборную, и, наверное, есть вещи, которые он уже прожил, прочувствовал, поэтому будет интересно с ним пообщаться и какие-то вещи у него узнать, чтобы, как говорится, я время не тратил на какие-то вещи, на которые он уже потратил. Спасибо. Спасибо.